что тут сказать, Оксана? Ну, песня мне надоела уже. Ну, что ж такое? Мне вот, например, коллектив... Я спросил, Ясеня, тебе не надоело? Нет. Вот мне у группы Sky, например, это один из моих любимых коллективов украинских, мне больше нравится песня, сейчас, главное, не ошибиться, правильно произнести, «Те, що тобі так треба». Почему ее никто не поет никогда? Потому что она понравилась эта песня Олега Собчакова. Ну да, она старая, ну и что? Ну, а к Триоде, ну какие могут быть вопросы? По-другому, но красиво. Ну, красиво, как всегда. Ну, молодцы же, слов. Дякую. Серега? Ну, что тут сказать? Мене вбило. Несмотря на то, что ваш продюсер бывший физик, хотя бывших физиков не бывает, то, что вы делаете, это за пределами понимания законов физики. Это магия. Вы украинская энигма. Дякую. Сергей. Вы знаете, ребята пели, как всегда, классно, но скучно. Понимаете, и песня – это очень простая для них. Эта песня хорошая, да, но не великая. Небольшая песня, Сергей, знаете, Васильевич, как... мне кажется, не скучно эту песню могли бы исполнить только вы. На фоне, мне кажется, многих композиций балладных, которые существуют и которые уже были и будут в этом концерте, эта вещь, ну, простая для них, простая. И она не требует ни больших вокальных возможностей, ни актерских, тем более, возможностей. Ну, просто хорошо спели и все. Дякую. Ігоре. Ну, я мовчав. Я, до речі, старався і мовчав. І я не хочу казати, чому ви співаєте мелодекламацію з Гладирем. Але ти сам на це нариваєшся, Сережа. Прекрасна композиція, яка зворушує моє особисте серце. І не дивлячись на те, що у мене була клікуха в школі Швабра. У тебе така клікуха була? Да, я був ходючий і найвищий. Хлопці, я хочу вам сказати, що три серця, три ваших душі, три історії кохання, на мій погляд, пролунали неперевершено. А тих, хто не зрозумів, мені просто відверто жаль. Дякую. Ви не уявляєте фіналу без української пісні та колективу «Тріода»? Тоді телефонуйте 0900-102-006 або відправляйте смс із кодом 06 на номер 7766.